Здравствуйте, друзья. Вновь распаковка. Заказал себе лампочку светодиодную на 25 ватт. На 25 китайских ватт. Вот. Цоколь Е14. Вот описание лампочки. Сейчас мы проверим, как она светится. Вот так вот она выглядит. Очень много светодиодов. Надеюсь, качественные. Потому что заказывал однажды, попались очень некачественная лампочка. Светодиоды выгорали один за одним. Для примера включу вот эта 3-ваттная лампочка, купленная в местном магазине. Направлю ее в стену. Вот такое освещение. Не меняя положение лампы. Сейчас немножко будет другой эффект, но сравнить все-таки можно. Ну да, она светит. Не могу сказать, ярче или нет, потому что бьет по глазам. Сделаю потом, пройду тест, покажу, сколько люмен вот в 3-ваттной лампочке и сколько люмен в такой лампочке 25-ваттной. Видео все будет в конце видео или в начале. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!